Итак, всем привет! Наш очередной фильм. Меня зовут Иван Высоцкий, на канале «Италия на русском». Сегодня мы в Виторио Венето, Фриули, прямо в предгорье, прямо в Альпах. Сегодня я сниму для вас новый фильм, покажем новые прелести этого города. Ну и чтобы моя моська долго не мелькала, потихонечку переходим к городу. Сейчас мы направляемся к историческому центру. Мы давно хотели погулять здесь пешком, сотни раз проезжали мимо, потому что эта дорога ведет в горы, в Консилио, в другие места. Мы хотели всегда высадиться здесь и погулять пешком по улицам этого старого итальянского городка. Что-то мне подсказывает, будет очень интересно. К сожалению, солнышко уже садится, и будет видео немножечко темным. Но мы постараемся в любом случае снять все, показать.